Доброе утро! Приветствуем всех из студии утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Всем привет! А чем ты так занят, Леша? Ты что, не знаешь, какой сегодня день? 13 августа. С тобой, Оля, не поспоришь, ведь вчера было 12-е. Кстати, я тебя поздравляю. Некоторые ученые обещали, что вчера будет конец света. Очевидно, их прогноз не оправдался. Не знаю, как ты, а я этому очень рада. Я тоже, Оля, бесспорно этому рад. Поэтому, если кто-то смотрит утреннее шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International из какого-то бункера и доедает там кильку в томатах, то выходите, наверху все нормально, на улицах Минска по-прежнему чисто. И все же, что же ты там пишешь, Леша? Дело в том, что 13 августа, Оля, отмечается Международный день левши. Вот я пытался приобщиться, тренируюсь писать левой рукой. Все-таки это праздник для тех, кто пишет левой рукой с рождения, а не для таких, как ты, кто хочет примазаться к этому празднику и пописать левой рукой. Ну что ты меня сразу обвиняешь? Просто душа хочет праздника, настроение хорошее. К нам в гости пришел один из самых известных белорусских стилистов Александр Киренюк. Привет, Саша. Привет, привет. Спасибо, что пришел привет. К нам в эфир. Саш, расскажи, пожалуйста, нам и нашим телезрителям, как... Это монгольский. Саша, расскажи, пожалуйста, нам и нашим телезрителям, как начался твой творческий путь в профессии. Ну, это было в 14 лет. Я тогда уже работал моделью у Саши Варламова. И сам выступал моделью на парикмахерских конкурсах. Мне нравилось, что со мной делали. Я был синий, красный, белый. На голове невозможные стрижки были. Я проработал очень много лет. И тот путь, мне уже нравились все баночки всякие. То, что там визажисты тебе красят, там стригут. И я уже понял, что это моя тема, это моя сфера. И, в принципе, сфера индустрии моды. Мне уже тогда было интересно. Саш, вот по долгу службы тебе приходится общаться с большим количеством людей. Как ты находишь каждому человеку подход? У меня же настолько психологически выработалась энергетика, такая защитное поле, обаяние, где-то удержание своих эмоций. Поэтому я очень быстро перестраиваюсь каждому клиенту, каждому гостю, который ко мне пришел на обслуживание в качестве как стилиста. И проекты, которые я обслуживаю, люди, которые со мной работают, они доверяют, они чувствуют мою доброту, открытость, нет надменности, нет звездности. Звездность, когда нужна, я включаю ее, когда я вижу, что здесь нужно включить звезду, либо по отношению ко мне не очень тактично общаются. Я тоже могу также включить, где вижу, где люди открыты, тогда я тоже с добротой и с душой, с профессионализмом общаюсь с удовольствием с каждым своим клиентом. А вот у нас наши земляки, да, вот любят на какие-то шоп-туры ездить за вещами в Европу. Скажи, пожалуйста, можно ли модно, стильно, качественно одеться вот на просторах нашей республики, никуда не выезжая? Конечно, я одеваюсь только у наших белорусских дизайнеров. На данном лук от меня, от моей любимой Натальи Лиховец. И я шью Мне тоже шила кстати. Вот, поэтому я очень люблю ее как специалиста. Ее обслуживает очень много гостей и из наших звезд. Плюс у нас очень много талантливых дизайнеров, где адекватные цены. И хочется быть в этой одежде одному, а не выйти на улицу, быть в масс-маркет там в одних и тех же платьях, в куртках или там еще в чем-то. Я люблю выделяться, я люблю быть нестандартным, мне нравится выходить в свет всегда в новом, поэтому мой гардероб очень большой и обширный. Саша, а тебе не кажется, что вообще наши белорусы, вот, наш народ, он не готов к какому-то экстравагантному внешнему виду? Как на тебя люди реагировали, когда ты еще в периоды своей юности, так скажем, ходил, прям чуть ли не в перьях, я и ходил в перьях. Да? Как люди реагировали на это? Вы знаете, я специально где-то раздевался в такие нестандартные костюмы, которые шила же подруга Лиховец. И мама всегда шла немножко позади меня. Это не мой сын, это не со мной, да? Нет, она слушала, что вслед меня говорят. Смотри, какой пошел там. Показывали пальцем, а я специально иду в магазин за продуктами. Я не могу выйти в спортивном костюме. Я разодеваюсь. Потому что на то время это был пик моей популярности, который сейчас он до сих пор не проходит. Просто я немножко успокоился со своими внешним видом и нарядами. Я всегда говорил, не нужно одеваться в черные вещи, закрывая своей маской свое «я». Человек должен одеваться так, как он чувствует себя изнутри, и не стесняясь, не боясь, что о него подумают окружающие. Саша, насколько я знаю, ты вырос в Серебрянке, и вот тоже, когда был пик твоей вот этой всей звездности, нарядов, ты вот, может быть, да, когда выходил в магазин,
один. Кто-то тогда, у них была мода бриться наголо, слушать шансон, крутить четки. Скажи, пожалуйста, как ты выходил из конфликтных ситуаций? Я думаю, они 100% были. Ну, у меня был старший брат, который сейчас есть, ему старше на 3 года. Мы учились в одной школе, и одноклассники, глядя на вообще двух разных братьев, на Кирнюка-младшего и на Кирнюка-старшего, который один в спортивном костюме, из-под лобья, он такой под 90, да, а другой в бабочке, в такой весь белоснежный, такой весь, я бы сказал, манерный. И брат меня, тех, кто меня обижал, я ему говорю, слушай, говорю, там мне вот это сказал. Он пошел, ему там давал. Да. Саш, а ты можешь назвать 5 каких-то ошибок, которые совершают белорусы в формировании своего базового гардероба? Я бы не советовал одевать 3-4 цвета в едином луке, более 3-4 цветов. То есть где-то лаконичность. Очень грамотно сочетать принты, кружочки, квадратики, в полосочку. То есть хоть сейчас костюмы мужские комбинируют 3 принтами, абсолютно не соединенными и сочетающими между собой. И сейчас очень модно несочетаемые вещи. Сочетать, да? Да. Мы снова в студии утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. У нас в гостях известный белорусский стилист Александр Киренюк. Саша, в каком возрасте ты заработал свои первые деньги? 16. Каким образом это было? Брат позвал на дело. Нет, как ни странно, в 16 я уже работал у Саши Варламова, и моя работа заключалась в том, что я должен включать музыку под дефиле и останавливать вовремя, когда заканчивается урок 45 минут проходки для людей, которые учатся в дефиле. Саша, мне кажется, ты абсолютно творческий человек, а творческим людям не свойственно грамотно уметь распределять свои финансы. Умеешь ли это ты делать? К сожалению, нет. Я очень транжира в этой области, поэтому я не стараюсь экономить, я стараюсь больше зарабатывать, чтобы больше тратить. Отлично. Поэтому у меня очень много всяких моих хобби. Я когда-то решил запеть, я записал 3 песни. Я выступал на всяких голубых огоньках, ток-шоу, шил костюмы для своих танцоров, записывал, выпускал диски с 1 песней, дарил всем гостям в клубе с дисками DVD, это было 200 дисков с моими логотипами, фотками. Когда мне хочется, когда я делаю новые шоу, свои проекты, я шью платья, делаю украшения, закупаю парики и не считаю никогда деньги. Они как уходят, так и приходят. Саша, предлагаю сыграть тебе в небольшую игру, ее суть совершенно простая. Мы скачали фотографии известных людей, спрятали их лица, обрезали, оставив только прическу. Ты должен угадать, кто это. Ничего сложного. Итак, number one. Американский президент? Ну, Буш. Буш? Буш? Или как там его? Ну кто? Бывший, нынешний Буш, кто? Теперешний. Как уточку зовут ему? Божечки. Дональд Трамп? Ну Дональд! Да! Саша! Я просто из головы выскочил. Следующий вопрос, 2-е фото. Айова? Кто? Саша! О, ёлка! Ёлка! Правильно! Всё, хорош, молодец! Молодец! Саша! И номер 3? Ты. Фото... Это точно не я. По морщинкам посчитай. Брюс Уиллис. Брюс Уиллис, хорош, красавчик. Давай. Чувствуется профессионализм. Саш, ты большой молодец, ты отлично справился с этим заданием, да, Леш? А у меня к тебе есть еще один вопрос. Как ты провел это лето? Удалось вообще отдохнуть? К сожалению, нет, у меня идет ремонт, и я только недавно получил визу, поэтому мой отпуск откладывается чуть попозже. Это будет сентябрь или октябрь. Саша, я знаю, что для наших телезрителей у тебя есть какие-то небольшие подарочки. Расскажи, что за они. Да, конечно. Ну, в первую очередь, у меня есть для тебя подарок. Это такие повязки, чтобы ты иногда закрывала, если буду громко говорить, своему соведущему рот. Да, то есть когда он будет неуместно тебя перебивать, скажем Спасибо. Так. Спасибо. А можно так на И ты, чтобы не плевалась. И вот такой красивый сет, это подставка под бокал вина или по чашечку кофе утреннего, поэтому, чтобы нас смотрели утром и восхищались с нами на телеэкранах, они могут восхищаться вот такой красивой подставочкой, да? Спасибо огромное. А чтобы получить этот подарок, нужно всего лишь подписаться на инстаграм Александра Киренюка, на инстаграм нашего утреннего шоу «Подъем». Оля сейчас делает, как она обычно по 70 раз в день сделает,
вот это селфи. И вот под этим селфи, которое мы выкинем в нашей группе, вам нужно будет оставить комментарий. А мы с помощью генератора случайных чисел выберем этого счастливчика, кто выиграет блестящую постилочку от Александра Кирилла. Саша, спасибо огромное за интересную беседу. Я думаю, что наши телезрители много нового сегодня узнали о тебе. Спасибо вам. Пока, Саша. А вам, уважаемые телезрители, я предлагаю посмотреть нашу постоянную рубрику «Открытие дня». 13 августа 1899 года, ровно 120 лет назад, американец Уильям Грей запатентовал свое изобретение – телефон-автомат, иначе говоря, таксофон. История гласит, что однажды жена изобретателя сильно заболела, и ему нужно было вызвать врача. В то время телефоны в домах были редкостью, и единственный сосед, у которого был такой аппарат, отказал Грей в звонке. Тогда он загорелся идеей разработать прибор, который бы принимал деньги за возможность позвонить. И ему это удалось. В итоге в 20 веке телефонные будки стали неотъемлемой деталью городских улиц по всему миру. Вспомним хотя бы знаменитые красные кабины Лондона. Оставили они свой след и в культуре. Мы все с детства помним Чебурашку, жившего в такой будке, а любителям фантастики хорошо известен сериал «Доктор Кто», заглавный герой которого перемещался в машине времени, имевшей вид синей полицейской телефонной кабины. В наши дни количество таксофонов значительно сократилось, как следствие развития мобильной связи, хотя окончательно они еще не исчезли. При этом создатели некоторых современных моделей таких аппаратов для повышения конкурентоспособности внедряют в них дополнительные услуги, такие как отправка СМС и электронных писем. Кстати, по статистике, каждый седьмой человек в мире является левшой, поэтому 15% наших телезрителей мы сегодня поздравляем с праздником! Но сегодняшний день знаменателен не только этим. На самом-то деле, 120 лет назад в Англии родился Альфред Хичкок. Легендарный кинорежиссер, между прочим. Его фильмы отличаются атмосферой неопределенности, тревоги и нервного ожидания. Что говорить, Оля, про фильмы? Я недавно на себе прочувствовал все вот эти нервные переживания, когда влез в валютный кредит. А у меня ожидания как раз-таки не тревожные, а очень даже приятные, потому что сейчас мы в студии нашего утреннего шоу «Подъем» будем беседовать с очень интересным гостем. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call? I'm starting to crack. Would you rescue me? Мы рады приветствовать здесь у нас в студии человека-оркестра, диджея, битбоксера, участника группы «Без билета» Яна Вайнштока. Привет, Ян! Сработаемся! Можно аккуратно только? Здравствуйте. Ян, давай начнем с самого начала. Расскажи, с чего началось твое увлечение музыкой? Начнем с того, что однажды я родился. Это прекрасно. Да. А потом... Ну, в какой-то степени на мое музыкальное развитие повлияла мама. Не то чтобы специально она меня приучала к хорошей музыке, но просто когда-то она слушала Демиса Руссоса, и у нас в доме были кассеты этого исполнителя. И я помню, как я... Меня приводят из детского садика домой, и первым делом, что я вот сначала покушал дома, а потом я слушаю кассету Демиса Руссоса, полностью ее переслушал, там, помню, плакал. И в 6 лет, вот, кстати, татуировка символизирует, мне попалась кассета группы Prodigy. В общем-то, музыкальное восприятие, музыкальный вкус полностью перевернулся. И когда уже было лет 11, наверное, я купил пиратское программное обеспечение по созданию музыки. И с того момента я начал изучать какие-то азы. И, конечно, музыкальную школу, к сожалению, я миновал. Это сейчас я понимаю, что, к сожалению... не помешало бы, но в то же время оно и не мешает создавать музыку. Ян, а какие музыканты и группы на тебя оказывают такое самое большое влияние? Ну, понятно, как я уже говорил, это группа Prodigy. Ближе к подростковому возрасту уже оказала влияние группа Metallica, Linkin Park. Я помню, у меня были майки с группы Linkin Park. И когда вышел альбом Meteora, я его даже до сих пор слушаю, этот альбом. Есть еще группа Pendulum, они исполняют drum and bass. Есть еще Armin van Buuren. А кто-то из русскоязычных?
Из русскоязычных, но... Хотелось бы избавиться сложно. От здорового. Меня восхищает то, что делает Иван Дорн. Скажем... Сейчас, наверное. Да, сейчас. Да, да, да. То есть армия поклонников разделилась на... До и после. Да, на до и после. И вот то, что Иван Дорн делает после, мне это просто красота. Мне еще нравится группа «Пятница». Благодаря этой группе я, наверное, начал как-то петь. Я солдат, я спал 5 лет, и у меня под глазами мишки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат. Я вот знаю, что ты какое-то время жил и работал в Китае. Расскажи, может, чем ты там занимался, какие-то яркие моменты? Чем я там занимался? Выступал и ел, и спал. Все. Да, я с одним коллективом исколесил, добротную часть Китая. Были вообще такие контрасты. Мне очень понравился город Гуанчжоу. Пока что это мой любимый китайский город. К сожалению, я не попал в Шанхай. И потом, например, после Гуанчжоу мы летим в какой-то город где-то в центральном Китае, и ты из жары попадаешь в холод. Ян, а что ты можешь посоветовать тем молодым музыкантам, которые только начинают свой музыкальный путь? Вот 3 совета от тебя. Слушать много хорошей музыки, а потом не пытаться ее, наверное, копировать. Да, музыка должна послужить каким-то референсом, скажем, но просто пытайтесь что-то делать, как было в одной песне у Noize MC, что вы думаете, все эти гениальные музыканты, они там творческие муки испытывали? Нет, конечно, они просто садились и лобали. Вот и все. Пожалуй, вот 2 совета пока что. Ян, слушай, ты занимался, также преподавал битбокс. Если не трудно, может быть, ты нам что-то сможешь здесь исполнить? Да, без проблем. Ян, этому может научиться любой человек? Да, этому может научиться абсолютно любой человек. От того, какой у вас речевой аппарат, будут зависеть сроки. То есть у кого-то будет это получаться быстрее, кто-то научится быстрее, кто-то будет обучаться этому медленнее. С битбоксом сейчас такая штука происходит, что зачастую мне неинтересно слушать, неинтересно смотреть, потому что очень многие звучат одинаково. И мне кажется, что этому поспособствовали, наверное, уроки битбокса на Ютубе. К счастью, я их не смотрел, потому что я учился битбоксу в тот момент, когда еще у меня интернета нормального не было. Мы снова в студии утреннего шоу «Подъем» на телеканале TNT International. У нас сегодня в гостях музыкант Ян Вайншток. Ян, мы предлагаем тебе небольшое развлечение. В принципе, правила запредельно простые. Я тебе буду показывать фотографии из детства всяких знаменитых людей. Они все связаны с музыкой. Ты должен угадать, кто это. Добро. Поехали. Номер 1. Божечки, кто это? Начали мы сразу со сложного. Намекну, что это не белорус. Ага. И даже не россиянин. И не казах. Не казах. Флаг у них еще такой, как буква «Ж». Вообще не узнаю. Ему сейчас уже много лет. Он, может быть, даже ровесник королевы той страны. Или Элтон Джон, что ли, может? А? Элтон Джон, может, не? Нет. Название группы связано с скейтбордами, лонгбордами, роликами. Роллинг Стоунс? А как зовут дядю? Блин, вот я... Мальчонку, ну. Мик Джаггер. Конечно. Давай, дальше будет полегче. Давай посмотрим следующую. Дилан. Молодец. Похож, да? Ну, конечно, тут вообще изи катка. Давайте дальше следующую. Пам-парам-пам-пам. Нет, это известно очень. Всем очень. Любимая очень. Королева. При всех она очень королева, молодец. Королева какой? Прима. Любит молоденьких мальчиков. Это, Алла Пугачева.
В молодости, да. Алла Пугачёва. Все, Ян, красава, вот. Молодец. Вообще. Вот не похоже? Небо, земля. Ян, ты отлично справился, и у меня есть к тебе еще один вопрос. Расскажи, пожалуйста, про свое совместное творчество с нашей известной белорусской группой «Без билета». Я выполняю в этой команде целый пакет разных действий. Это я и диджей, и клавишник, и уже и бэк-вокалист. Иногда даже просто выхожу там потанцевать с людьми. Ну, есть там один элемент нашего шоу. Одну песню, когда начинается такой брейкдаун, яма, и я выхожу и начинаю танцевать. И как диджей тоже не простой диджей, который там кнопочку нажал и стоит, ждет. А золотой. Да, золотой. Там в моем девайсе есть такие штуки, пэды называть, кнопочки. Я играю на сэмплах, этими пальцами своими. Лично. И скретч делаю. А, еще и, скажем, не на 100%, но аранжировщик. Диджей, танцор, клавишник, бэк-вокалист, аранжировщик. В общем, все, да? Да. Ян, я знаю, что у тебя есть какие-то подарочки для наших телезрителей. Может быть, ты нам их покажешь? Подарочки у меня безбилетные. Это магнитик. Там есть я, вот тут. Так, еще две наклеечки на автомобиль. Я катаюсь без билета. И диск без билета. Моего изображения, правда, там нету, но... Ну, тоже хорошо, да? Тоже хорошо. Эти призы получит один счастливчик, который подпишется на инстаграм Яна, также подпишется на наш инстаграм утреннего шоу «Подъем», оставит под фотографией, которую мы сейчас сделаем, любой комментарий, а мы с помощью генератора случайных чисел выберем этого парня, которому, или девчонку, которым повезло, все честно. Ян, спасибо большое за интересную беседу. Я уверена, что наши телезрители узнали много нового и интересного о тебе. Спасибо. Сегодня вторник, 13 августа, и мы продолжаем наш эфир утреннего шоу «Подъем». И сейчас самое время посмотреть нашу традиционную рубрику «Топ-5». Представляем вашему вниманию 5 лучших фильмов Альфреда Хичкока. На 5-й строчке нашего рейтинга – лента «Птицы». Боязнь птиц имеет научное название «орнитофобия» и не очень сильно распространена. Но Хичкоку удалось напугать даже тех, кто раньше относился к птицам вполне равнодушно. По мнению некоторых критиков, нападение птиц на героев фильма носит символический характер, являясь своего рода местью людям за гордыню. Считается, что на создание ленты Хичкока вдохновил реальный случай. Один из калифорнийских городов подвергся нападению стаи буревестников, атаковавших прохожих и врезавшихся в окна и стены домов. На четвертом месте – картина «К северу через северо-запад». Этот фильм по своей стилистике напоминает картины о Джеймсе Бонде. При этом он был снят за несколько лет до запуска «Бондианы». В центре сюжета – рекламный агент, которого принимают за спецагента и начинают преследовать. Конечно же, в таком сюжете не обходится и без прекрасной девушки. Третью строчку оккупировал фильм «Головокружение». Этот триллер с элементами детектива стал классикой мирового кинематографа. Главный герой – полицейский, подавший в отставку из-за приступов боязни высоты. Он становится частным детективом, и старый знакомый нанимает его, чтобы следить за своей женой. От следующей череды мистических событий не раз бросает в дрожь даже самых хладнокровных зрителей. На второе место мы поставили триллер «Окно во двор». Главный герой фильма, вынужденный сидеть дома из-за перелома ноги, наблюдает через окно за соседями. Вскоре у него возникает подозрение, что в одной из квартир было совершено убийство. Конечно же, никто из знакомых поначалу ему не верит. И лидером нашего рейтинга стал фильм «Психо». Бюджет этого фильма едва превышал $800 000, а в прокате он заработал более 32 миллионов. По сюжету фильма главная героиня похищает крупную сумму денег и отправляется в бега. Она решает остановиться в уединенном мотеле, где сталкивается с очень странным управляющим. Конечно же, такая завязка не предвещает ничего хорошего. А нам тем временем пора прощаться. Вы смотрели утреннюю программу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Мы пообщались с интересными людьми, а также поговорили о важных событиях, которыми примечателен сегодняшний день. Таким же увлекательным будет наш следующий выпуск, а выйдет он в четверг, 15 августа. До скорой встречи! Пока-пока, не пропустите! Увидимся, пока-пока!